Генерал Александр Лебедь вошел в историю как один из самых ярких политиков России лихих 90-х, творец мира в Приднестровье и положивший конец первой чеченской кампании мирным договором в Хасавюрте. Как же сам знаменитый брутальный генерал отзывался о Чечне и чеченцах? Прежде всего, Александр Лебедь с самого начала был сурово настроен против силовой попытки разрешить чеченский вопрос и против совершенно непродуманного ввода войск в Чечню в 94-м. Таковые действия боевой генерал называл откровенными дуростью и глупостью. «Моя 14-я армия никогда в этом участвовать не будет», — говорил Лебедь, «а возглавить операцию в Чечне я смогу только в том случае, если это будет операция по выводу российских войск». Генерал Лебедь всегда восхищался невероятными стойкостью и мужеством чеченского народа. А окончить конфликт на Северном Кавказе он считал возможным лишь одним способом – точечно ликвидировать лидеров Басаева и Дудаева, переговоры ельцинского окружения с которыми расценивал как откровенное капитулянство. Сурово осуждал Лебедь и высокопоставленных московских покровителей Чеченской республики Ичкерия, того же Березовского, хотя все же вынужденно имел с ними связи. Чисто военное решение чеченского вопроса Лебедь называл невозможным в принципе. Народ победить нельзя, даже если народ кругом не прав. Говорил генерал, народ, которому объявили войну, поднимается в 24 часа на борьбу. Так потерпели поражение Наполеон и Гитлер, так были разбиты американцы во Вьетнаме. Успешный штурм Грозного отрядами Чеченской республики Ичкерия в августе 96-го был воспринят генералом Лебедем без какого-либо удивления. Происходящее абсолютно укладывалось в его представлениях о народной войне, после чего генерал, будучи секретарем Совбеза РФ, начал действовать. В общем, если говорить кратко, Лебедь с самого начала выступал против развязывания чеченской войны. Генерал считал чеченцев весьма мужественным народом, полагал, что ни один этнос в мире победить лишь силой оружия невозможно. Лебедь считал, что российские войска из Чечни нужно выводить, пока окончательно не посыпался фронт. Говорил, что победить можно будет лишь позднее, устранив главных лидеров Чеченской республики Ичкерия и наладив диалог с пророссийской чеченской оппозицией, что спустя несколько лет успешно выполнил уже Путин. Заключенный им с Масхадовым Хасавюртовский мир, Лебедь никогда не называл ошибкой, считал, что такой де-факто капитуляции спасает российское государство, давая ему необходимую оперативную передышку, как когда-то Ленин с Троцким, подписавший с немцами Брестский мир. Впрочем, за Хасавюртовский мир Лебедь подвергся жесточайшей критике, как со стороны российских политиков, так и самих же военных, в частности генерала Трошева, и по сути заплатил за него своей политической карьерой. Уже 17 октября 96-го Лебедь потерял свои высокие посты секретаря Совбеза и помощника по национальной безопасности при президенте. Интересно, что после Хасавюрта Лебедь создал миротворческую миссию на Северном Кавказе, которая занималась вызволением российских солдат. Миссия освободила примерно 170 человек.